мы попытались использовать наши технологии, которые мы используем для анализа движения, для постановки перформансов и различных современных пьес хореографических, мы попытались использовать это для помощи людям с ограниченными возможностями. Люди, которые не могут полноценно играть на музыкальных инструментах, они ограничены в физических функциях. Помочь, дать им инструмент, как в первую очередь, который бы позволил им как-то себя реализовать с художественной точки зрения. Эта система позволяет еще определенным образом человеку раскрыться через вот это взаимодействие, через движение, через слушание. Это называется в науке биологическая обратная связь. У человека возникают определенные эмоции, определенные участки в мозге задействуются, и, собственно говоря, реабилитационный эффект получается благодаря этому. Та мелодия, которая воспроизводится, она, собственно говоря, отображается ее. Те клавиши нажимаются виртуально, которые должны нажиматься в этот момент. За рубежом эта тема развивается достаточно активно в Европейском Союзе. То есть люди занимаются арт-терапией, внедрением подобных новых технологий для реабилитации инвалидов. Благодаря поддержке администрации Фрунзенского района и заинтересованности вот этого лечебного учреждения социальной адаптации инвалидов, мы надеемся, что это станет частью реабилитационного процесса.